Бонжоба. Хай. Гутен так. Бонжорно. Салам алейкум. Здравствуйте. Именно так мы должны приветствовать вас, поскольку нас видно везде. Да, это сказали мои друзья, когда они приехали из путешествия по Европе, то сказали, что до 16 показывают почти в каждой стране, где они побывали. А значит, смело можно заявить, что нас смотрит весь мир. Бонзай! Спартак Москва, регби 13. Сегодня на повестке миссия регби. The best game, по мнению нашего гвоздя дня. Замыкаем Красную площадь ядом. Тотальная борьба с тараканами на Красной площади. Все, тихо, тихо, лег, снимают. Доза брейкинга от Джем Стайл и до Буги, а также травмированная Бритни Спирс и плагиатор Робби Уильямс. Все это вы увидите впереди. Зима, похоже, отступает, и пора ставить ей галочку. Моя зима прошла под флагом экстрима, и весь год я замазывала свои синяки йодом в клеточку. Ну а подводить зимние итоги сегодня у нас в гостях будут дизайнер Бармалей и графичик Баскет. Но только после блока новостей. Робби Уильямс обвиняется в плагиате. Музыкальная издательская компания, которая находится в Нью-Йорке, возбудила дело в лондонском Верховном суде. Она утверждает, что в треке, который появился в альбоме Уильямса «I've been expecting you», есть строки из песни 73 года «I'm the way». Итак, Робби Уильямсу предъявляют обвинение в преднамеренном нарушении авторских прав, и уже стало известно, что Робби предложил автору 20 тысяч отступных. Ну а поп-дивы Дженнифер Лопес и Марайя Кэрри оставляют музыку и подаются в Торонто на заработки. Они собираются сверхнуть там на съемках двух новых фильмов. Дженнифер поедет в Торонто в мае и снимется в романтическом триллере «Глаза ангела», сыграв полицейского и получив за это гонорар в 7,5 миллионов долларов. Но Марайя прибудет в Торонто немного позже, летом. «Звезда родилась» — так будет называться фильм с ее участием. Так что у нее есть несколько месяцев для уроков актерского мастерства. Ну а фильм Уилла Смита и Кевина Кляйна «Wild Wild West» «Дикий-дикий Запад» был назван кинокритиками наихудшим на церемонии раздачи «Золотых клюкв», известной как «Анти-Оскар». Критики даже дали фильму новое название «Wild Wild Wars», что означает «Дикая-дикая отвратительность». Ремейк телевестернов 60-х победил в 5 номинациях: «Наихудший фильм», «Наихудший режиссер», «Наихудший сценарий», «Наихудшая песня» и «Наихудший дуэт». И, наконец, Бритни. На днях приключилась беда. Во время съемок ее нового клипа на голову девушки обрушился осветительный прибор, в результате чего бедняжке Спирс было наложено 4 шва. Однако съемка клипа прервалась всего лишь на 4 часа. Придя голову в порядок, звезда сама отверженно вернулась в кадр. Любопытно, что все это происшествие было запечатлено на видео, так что очень скоро мы все это сможем увидеть воочию. Итак, сегодня у нас в студии какие-то сплошные «Б». Это бывалый Бармалей, авангардный художник, и Баскет, гуру российского граффити. Ну где ваши возгласы? Все это понятно. Бармалей, 27 лет, известен как авангардный дизайнер, конструирующий мебель из самых необычных материалов, например, из частей самолетов и вертолетов. Не закончив университет, он пошел работать в рекламное агентство. Сейчас занимается дизайном супермодных молодежных магазинчиков. Считает, что в любом деле главное профессионализм и идея. Баскет, 28 лет, старейшина отечественного граффити, родом из Питера. Танцевал брейк на Невском, потом стал маклером на бирже. Но в итоге деньгам предпочел то, что радует его душу – граффити и хип-хоп. Женат, воспитывает сына, считает, что наш мир должен быть ярким, и из любой ситуации есть выход. Чем вам запомнится прошедшая зима? Эта зима теплая очень была, поэтому очень развился бомбинг в Москве. Я смотрю, много бомберов стало. Но вот таких вот звезд, как в прошлые года, их не появляется почему-то, новых. Самая главная фишка – это динамика общей формы, понимаешь? У тебя сейчас пока ни одной буквы нет такой, чтобы вот клево выглядело. Так и хочется здесь переписать один – ОРТ. Так, последним штрихом считается это тег. Это вот, типа, не то, что здесь был Вася, а здесь был Баскет. Или точнее, все это делал Баскет. Так. Это код, в котором это нарисовано. Типа, это обязательно. Ладно, дальше. Ну, желательно. Все, пора сваливать. Ты видишь, что приходит там 15-летний человек заниматься граффити, например, да? А для чего он это делает? Ну, многие ради тусовки это делают, вот неактивные. Просто попасть в тусовку, посмотреть, им нравится, им хочется быть модными, они не знают, что их ждет в жизни. Они видят, что это им что-то нравится, они идут. Но у них не хватает активности. А некоторые люди конкретно знают: я буду лучшим. Я пойду, я сделаю, все будет круто. Скоро мы вернемся к нашему разговору, а теперь игра, которая так стихийно развивалась в Англии и Австралии, что там поговаривают. Не осталось ни одного мужчины, который не сыграл бы хотя бы один регбийный мяч. 3-4! Скор! Спартак Москва, регби 13. Вот за это дается 4 очка. Снято или еще раз показать? Ничего, конечно, круто было. Еще раз. Да.
Вообще, дословное название – это футбол, как в него играет в городе регби. И там 15 игроков в регби просто. А регби 13, два игрока убрали, регби 13, чтобы различать. Одна любительская игра, другая профессиональная. Да. На регби я пробовал себя в футболе, в различных других видах спорта. Но в регби я себя нашел только потому, что регби – это лучшая игра. Константин Авдеев 17 лет уже играет во взрослом «Спартаке». Неоднократный чемпион России среди юниоров, обладатель бронзы взрослого чемпионата России. Считает, что в регби главное – дух команды и больше всего любит красивые комбинации. Свободное от тренировок время, ест шоколад и смотрит «Матрицу». Регби нельзя описать. Регби – это лучшая игра, the best game, как мы ее называем. То есть существует даже гимн, который исполняет Тина Тернер. Вот. Нельзя описать. Игра в регби не сравнится ни с какой другой игрой и ни с каким другим видом спорта. Самое главное – это приземление мяча в зачетном поле. Это самое главное. За это дается 4 очка. Все, вы готовы? Слушай, спросить можно один вопрос? А почему нет щитков? В американском футболе щитки не больно, а? Ну, есть. Почему в регби есть щитки? Вот. Только не как в американском футболе. Там пластмассовые, а у нас более мягкие. Допустим, в нашей игре 17 человек записывается в протокол и можно делать 8 замен. Это в американском футболе несчитанное количество замен. В регби нужно думать головой. Бежать прямо, и ты бежишь прямо. Бежать там налево, и ты бежишь налево. Вот это тупо выучить. А есть такое, когда в ситуации, в игре ты каждую комбинацию сам создаешь ей продолжение. То есть, вот, например, ты в кого-то воткнулся, тебя захватывает, и у тебя есть смысл либо отдать вправо, и там будет попытка, либо отдать влево, а там уже под вопросом, будет попытка или нет, или самому пытаться дальше там включаться. Вот. И тут уже надо думать, тут уже надо решать и быстро думать. Причем на игре это уже должно быть отточено до автоматизма. Поэтому интеллект требования очень высокие. Если не будет интеллекта, то будет очень тяжело, очень больно будет просто в эту игру играть. Ну да, нам не нужно на камеру калечить. 3, 4. Вон, кровь. Сейчас играем за мужиков. Там есть парень, от которого частенько не везет, Максим Зубков. Вот у него были там, и выбивали плечо ему, и колено ломали, и никакие слезы, нет. Когда на юношеских играх мы играли, у меня был сдвиг правой чашечки в коленке, и через 2 дня я приехал и играл против австралийцев. Это стоит всего вообще на свете, игра в регби. Это нельзя писать словами игру в регби. Это надо попробовать. 3, 4. Скор! Но хип-хоп-культура – это же не только граффити, это и танцы. Да. И граффити – это тоже не только хип-хоп-культура. Я знаю, что вы оба, причем, давным-давно, 100 лет назад танцевали брейк, не знаю, нижний-верхний. И тот, и другой. И тот, и другой, да, и можно без хлеба. Гордимся. Кстати, хип-хоп стал неотъемлемой частью этого сезона. А хип-хоп без брейка – это то же самое, как наши ведущие четверга Оля с Соней без учебников. Такой же неотъемлемой частью понедельника стал урок брейк-данса от Джеймс Тайл до Буги Крю. Все, тихо, Лёх снимает. Body moving, body moving, body moving, we be body moving. Сегодня мы поговорим о батл апреке. Это такая разновидность апрока, но отличается тем, что это в принципе имитация драки. Делается друг против друга. Также это делается, может, индивидуально в сольном выходе. Первый раз его увидели в Бруклине, в таком районе Нью-Йорка, и поэтому прозвали Бруклин Рак. Потом было много названий, такие как Батл Рак. И в конце концов остановились на таком названии, как «Апрок». Вообще, самое первое знакомство я увидел фильм «Брейкданс 1», «Брейкданс 2». Вот, был очень просто поражен танцем. Потому что до этого я вообще к танцам относился так. Ну, знаете, как мальчики относятся к танцам. Ну, так, вроде девчачьи занятия, хореография, балет и так далее. А когда увидел этот танец, вообще был поражен, потому что было невозможно повторить те движения, которые я увидел. Это разогрев перед основным приемом пищи. Тут должны показать свою индивидуальность, насколько вы азартны и все такое. Разогревание перед битвой, скажем так. В принципе, рассказывать нечего. Я окончил
факультет почвоведения Московского университета и учился на кафедре географии почв. Ты должен как бы основную часть времени заниматься наукой, которая не приносит первое время никаких денег. И где-то что-то, где-то чего-то подрабатывать. И тут просто пошло такое увлечение. Мы достаточно серьезно создали свою группу, которая вот называлась потом «Дабуги Крю». Вот. Мы начали работать на радиостанции, организовали фестиваль, пошли какие-то деньги, выступления. И мы начали серьезно заниматься. И меня в какой-то момент вот свернуло именно в хобби, которое стало моей профессией на сегодняшний день. Я планирую, что вся моя жизнь будет с этим связана. Это можно делать как на несуществующего противника бой с тенью, так и друг против другу. Ну, здесь приемлемые и удары, и всякие неприличные жесты. Все это есть в батл-апроке. У меня мама испытала шок, когда узнала, что я в один момент пришел и сказал: ты знаешь, я хочу уйти из аспирантуры, точнее, я уже принял решение, я ухожу из аспирантуры. А вот для нее был, конечно, это, наверное, шок. И я ей четко аргументировал то, что у меня есть вполне определенная цель, у меня есть работа, у меня есть деньги, я не брал у них денег на жизнь. Вот именно в этот момент времени перестал брать деньги на жизнь и фактически стал самостоятельно. Вот. Меня просто поставили в эти обстоятельства, причем наше государство, которому, конечно, спасибо, что оно бесплатно меня выучило, но в то же время, извините меня, условия-то не создало дальнейшей работы. А вот как это делается в битве по-настоящему, как бы, партнер на партнер, когда ребята разогрелись, они готовы друг друга сокрушить, раздавить, глаз набить. Это так, отступление легкое. Деньги – это просто средство. Средство для жизни, не более того, там, заниматься любимым делом, творчеством, производить творческий продукт. И хочу за творческий продукт получать соответствующее материальное вознаграждение, на которое я буду нормально жить, содержать семью, иметь возможность ездить по всему миру. Монетаризма во мне нету, по крайней мере, во мне. Я думаю, что мне бы хотелось еще лет 10 протанцевать нормально и заниматься всеми сопутствующими проектами. Одежда, дизайн, производство видео, организация чемпионатов и т.д. и т.п. и тому подобное. Тут очень много всего. Всего очень много. Даже не хватает времени. Уже сейчас. Вот я знаю, что ты, например, делаешь мебель. И, там, в свое время, 2 года назад, мы делали сюжет, и ты делал мебель из авиационной техники. Это вообще похоже на спрут. Из такой вещи можно сделать кучу всяких предметов, там, люстру, стол и все что угодно. Такие вещи лежат в нашей стране и просто пропадают. Хочу сделать памятники. Памятники из таких вещей можно делать очень сумасшедшие, очень необычные. Ну, денег ты зарабатываешь? Ну, я зарабатываю, конечно. На домик очень тяжело заработать в Испании. Да и нужен ли он мне там? Я вообще здесь хочу жить нормально, честно и так далее и тому подобное. По идее, конечно, мы как бы всю жизнь так идем ровно. Были случаи, когда мы с ним, в общем, сидели особо без денег, и, то есть тоже особо не парились. И у нас не было такого, там, что что делать в жизни, где искать смысл. Мы вот почему-то, да, с тобой точно просто знали. Брали и делали. Брали и делали, и всегда была и цель ближайшая, и дальнейшая. И как-то вот я не знаю, почему люди теряются вот в жизни. Непонятно. Надо дать им, может быть, вспышку света какую-то, показать, куда надо идти. Главное, наверное, быть активными и везде как бы искать, проявлять свою активность. Потому что своей активностью можно все пробить. Мы прервемся на несколько минут, чтобы вернуться на площадку регби. Кстати, от этой игры фанатели Кеннеди, Киплинг, Луначарский, Маяковский, Конан Дойл. И мы с Бывалом. Кстати, вход на тотем разрешается только без обуви. Чем они боксуются? Вы знаете, что даже в НБА, в баскетбольной лиге, даже одно время ввели маски, потому что там очень дрались. Это же контактные виды спорта. Они иногда переходят через правила. И здесь надо уметь постоять за себя, а не начинать плакать. Не надо сильно, ребята, вы что?
Большие физические качества, моральные качества. К физическим качествам можно отнести выносливость, скорость, там, силовое, там, ну, различные. А также моральное, то есть как ты себя настроишь на игру, так и будет. Вот если ты вышел проиграть, себя настроил, что ты проиграешь, значит, ты проиграешь. Если ты вышел выиграть, вот как мы вышли на последнюю игру с Казани, мы первые, что мы будем до конца стоять, и мы выстояли в ничью. Вот была возможность выиграть, но не получилось. Так, а как определить, кто победил-то? А у нас не это главное. Главное, что каждый из них, и бывалый в том числе, значит, он вытерпел. Он стал сегодня еще мужчиной на одну ступень выше. Жалко, что они с масками, а то бы синяков бывалому. У каждого своя стихия. Вот кому-то нравится там открыть свой магазинчик, кому-то там нравится горяться в машинах, кому-то нравится, не знаю... В России многое, что может нравиться. А кому-то нравится регби, кому-то нравится тренировать, кому-то нравится быть педагогом там, русского языка, хотя это вообще низкооплачиваемая профессия. Просто человеку это нравится, у каждого своя стихия. Я надеюсь, что моя жизнь будет идти и складываться всегда рядом с регби. Я просто буду делать все возможное для этого. Вы знаете, вот моя зима была какая-то вся в синяках. Мы катались на сноуборде. То есть вот все программы у нас почти зимние были о сноуборде. А на этом бугорке стоит наблюдающий из тусовки сноубордистов, который объясняет выступающим, что они неправильно делают в элементах. Так, по-дружески. Даже дети продвинутых райдеров с 3 лет уже пытаются кататься на сноуборде. Смотрите. Я знаю, что ты тоже был на фестивале сноуборда и там рисовал. Да, я проводил там как раз конкурс граффити, который вот 7 недель проходил. Очень как бы такой мощный самый. Кататься удалось? Покататься не удалось, честно говоря. Что такое? Боишься? Нет, я просто до этого себе выбил ключицу и поэтому ее залечил. Но вот я еду 10 числа на Донбай, там буду кататься. Но у нас на очереди блок новостей. Сегодня родился весельчак Эдди Мерфи и крестный отец Мэрилин Брандо. Итак, блок новостей о тех, чьи дни рождения отмечают не только родственники и знакомые, а еще и тысячи поклонников по всему миру. Летом в Сиэтле откроется новый интерактивный музей Джимми Хендрикса, который будет включать галерею гитариста, цифровой архив фотографии и музыки, а также ресторан. Этот музей станет частью центра Сиэтла, где будут представлены более 80 тысяч предметов. Во время открытия состоится шоу, в котором, как ожидается, будут участвовать известные музыканты, имена которых, впрочем, пока не оглашаются. Прошлогодний хит Fatboy Slim «Praise You» используется в качестве звуковой дорожки к предвыборной кампании кандидата в президенты США Альберта Гора. Норман Кук, а он и есть Fatboy Slim, через своего пресс-атташе заявил, они, по крайней мере, не используют песню в коммерческих целях, так что все окей. Напомню, что президентские выборы состоятся в ноябре. В вопросе на тему «Самая крутая рок-звезда» победил Курт Кобейн, лидер группы «Нирвана», покончивший с собой в 1994 году. Фронтмен групп Black Grape и Happy Mondays Райдер оказался на втором месте, а Кейт Мун из Ху на третьем. Ричи Эдвардс, пропавший без вести 5 лет назад, на четвертом. И, слава богу, здоровые живые Лайм Геллахер и Робби Уильямс, соответственно, на 5-м и 6-м местах среди самых суровых рок-парней. Сейчас мы замыкаем Красную площадь ядом. В день выборов президента группа молодых людей под идейным руководством Леши Калима и не без активного участия Баскета и Бармалея провела акцию под кодовым названием «Тараканы не пройдут». Идем следом очерчено кольцо вокруг всего Кремля. Это тройник. Акционеры сумели очертить Кремль ядовитым кольцом. Тараканов в глушах. Соединяйтесь. Цель – истребить таракани ряды, остановить их на выходе в надежде на лучшее. Да, это была художественная акция, мы очертили Кремль мелом. Замкнули. И там были такие листовочки, на которых были написаны «Не ждите, пока насекомые уйдут сами». Все это делали мелом от тараканов. Машенька. Пока неизвестна реакция защитников прав животных, но в день выборов президента эта акция приобрела суперсимволический характер. Таким вот экстремальным образом была выражена надежда на перемены. Может быть, эта акция больше была сделана для нас самих,
чем для кого-то, скажем, там, для какой-то борьбы, скажем, мы просто, это выражение, и все. Нет, это, понятно, что это наше выражение. Это как картина. Ну, а вы чего-то самое. Этой акции хотели добиться? Не добиться, а просто высказать, хотели что показать. Можно картиной это добиться. Выборы было. Вот оно, баскет, настоящее творчество народное. Здорово. Ты как бы графичик, ты дизайнер. Вы далекие от политики люди. Зачем вы делали эту акцию? Что это вообще за акция была? Ну, акция, она получилась как бы только на видео нормальная, потому что люди ничего не поняли. Потому что было очень оперативно все сделано, люди перехватывали друг друга, разделялись на группы. Ура! Здорово! Но мы это сделали, и, в общем-то, будем как-то реагировать художественным способом на обстановку в стране. Сидеть не будем, сложа ручки. Потому что если мы будем молчать, то тогда вообще все замолкнет, затихнет, угаснет, и все будут сидеть, пить водку и потихонечку умирать. А нужно жить, и никто не поможет. Должен каждый человек сам что-то делать в первую очередь. Не нужно надеяться на дядю, на тетю, на родителей. Нужно, каждый должен сам за себя отвечать, работать, думать только о себе. Никто не поможет. Нужно самим думать о себе. Настоящий боевой клич команды «Спартак Москва» регби 13. Мощь, да, поэтому выбрали слово «вес» для этого. Вес для него главный, чтобы ударить, сбить с ног. Для трехчетвертного защитника главная скорость, поэтому мы кричим «скорость». Он должен убегать, обыгрывать, там, ну, скоростной быть. И все должны быть в захвате. Быстрыми. В захвате все должны брать в ноги. В ноги должны брать, поэтому ноги выбрали. Спорт у меня стоит на первом месте, а уже потом идет семья и девушка. Но девушкам нравятся большие, сильные ребята. Вот. Так любовь нельзя передать словами. Любовь – это чувство. Ну, слова «я тебя люблю» – это, не знаю, так говорить и ничего не чувствовать. Ну, сказать можно все, что угодно, но просто смысл за этими фразами, за этой фразой стоит очень большой, и я так думаю, что нельзя просто так говорить эти слова. Да с земли бейте, да что вы делаете-то? Раньше не было фирмы «Пумы», не было фирмы «Адидас», и делали мячи из бычьего пузыря. Его обшивали кожей, и получался мяч вот такой формы. 4 очка он получил, и с того места, где он приземлил, еще нужно это повторять? И с той точки, откуда, где он приземлил, дается как премия пробитие по воротам. Ребята выбирают почему-то 20 метров, и поэтому, наверное, не попадают. Побежал теперь! Да, молодец! Побежал! Я мечтаю, чтобы сборная России стала чемпионами мира по регби-13 и долго удерживала этот титул. И хочу, чтобы все старались сделать все возможное для этого. Это не только моя мечта. Многие мечтают об этом. Выигрывать. Всегда выигрывать. Это школа моего любимого тренера. Куда бы ты ни шел, главное выигрывать. Это мой девиз. Говорят, что в нашей стране нет реализации своих возможностей. То есть молодой человек не может никем стать здесь. Я еще раз говорю, что дело здесь только в активности молодого человека. Молодой человек без образования, без денег, без всего может добиться всего. И даже здесь, и в нашей стране, и в Уругвае, и в Америке, где угодно. Все дело в активности. Активность, движение. Вот если есть это в человеке, он добьется всего. Он добьется всего. Если он не умеет, он научится. Если у него нет денег, он как бы не будет париться. Он будет делать свое дело. Чутье и энергия. Вот мои, например, друзья, они говорят, мне нечего здесь делать. Это страна, в которой я не смогу жить. И вот на Западе, и поворачиваются на Запад, говорят, я хочу жить в Америке. Пускай там они поживут на Западе, а потом они поймут, что такое Запад. То есть?
Запад там тоже. Быть иммигрантом я, ребят, просто никому не желаю. Это... Лично я бы не смог там жить никогда. Это очень такое тяжелое предприятие. Ну почему? Зато ты будешь знать, что у тебя будет завтра. А что у тебя будет с душой, когда ты оторван от своей родной страны завтра? Человек, падающий вот именно на благо и идущий как раз к благу, к материальности, он проигрывает духовно изначально. Человек, который идет на духовное и как бы подчиняя себе уже материальность, тот выигрывает всегда. Ну как мы с Алешей? Ну а теперь несколько новостей. Боно и Эдж из ирландской супергруппы U2 были признаны почетными гражданами Ирландии. И сразу же после прошедшей на прошлой неделе церемонии решили воспользоваться приобретенным правом пасти овец, где попало. Дело было на лужайке парка Святого Стефана недалеко от центра Дублина. Боно и Эдж выгулили там по ягненку. Джон Бон Джови снял клип на композицию «It's My Life», первый сингл из альбома «Crush». В съемках принимало участие 1000 человек. Для режиссера клипа Уэйшема это не первый опыт. Он известен своими работами не только с Бон Джови, но и с Рики Мартином и Backstreet Boys. Клип снимался в Лос-Анджелесе, и во время съемок группа исполнила специально для своих фанатов несколько других песен. И, наконец, новый альбом группы NSYNC, похоже, побьет все рекорды продаж. За первый день было продано более 1 000 000 копий. Также группа объявила о первом туре своих концертов, который начнется 9 мая. Объявлен 41 концерт в 40 городах. Перед тем, как отправиться в дорогу, NSYNC планирует появиться в многочисленных телешоу. Итак, наше время подходит к концу. Впереди лето, а значит, экстремальные виды спорта, но уже не на снегу, а на асфальте, на траве и на земле. Я хотел бы просто прогноз на граффити, на то, что летом будет происходить. Это скорее разовьется бомбинг и wild style. Ну, в общем, все клево, как и должно быть. Короче, да здравствуют яркие стены. Итак, у нас в гостях были активные люди. Это... художник-дизайнер Бармалей и гуру российского граффити Баскет. Увидимся с вами в следующий понедельник. Пока! Пока.